Ха-ха, Шашков. Около связи. Около связи. Блядь. Только что выбежал. Около связи? Да, из навигации. Шашков, выключи микрофон, Шашков. Дайте Зивану сказать. Короче, я стоял на навигации, выключили свет. Я догрузил данные, в темноте увидел Шашкова. А с нами еще был кто-то, но я не помню кто. Он убежал куда-то в левую сторону, и я, когда доделал свои квесты, выбежал с навигации, пошел вниз, я никого вообще не видел. Где, вопрос... А где, Ботя, где ты нашел труп? У связи. У связи? Диван не спускался. Ну, типа, я не знаю, где связь, типа, Редбер, ты куда бегал? Я бегал в навигацию, и мне вниз бежал артист, а Ботя стоял на щитах, вот, да. А артист бежал я вниз. Я починил свет. Что-то ты очень дохрена видел без вижена. Подождите, а кто на камерах стоял? Ну, я стояла на камерах. Ну, тут можно мне краснеть. Ну, это Изюан убил тебя. Да, так же вопрос к белоглазке. Как ты заебал. Да, Изюан, смотри, я захожу сейчас на связь, ко мне с правой стороны подходит бот и репостит труп. А ты вышел сейчас из связи и бежишь, у меня в хранилище встретил. Это Изюан от трупа убегал, а мы с ботом репостили. В какой связи я был? Я не заходил в связь. Он не из связи убегал, он типа со стороны щитов убегал. Ну там труп лежит, типа я подошел. А как я не заходил туда? Это Изюан, он или от трупа убегал, или не зарепортил трупа, типа у него шансов нет. Ну давайте скипнем, а потом Изюан, если что. Я бы сейчас угнал. Я бы сейчас тоже убегал, потому что Я в скип. Я бы сейчас левкастера нахуй выгнал, честно. Я голосовал у Зиона. Я тоже. Я скипал. А кто еще голосовал? Ботик, как ты можешь не голосовать у Зиона, если он только что от трупа убегал? Да он справа убегал, он не от трупа убегал. Кто сейчас два человека было на электрике? Я артист, и белоглазка, и потом Ботя пришел. Не, изначально там два человека было, когда я смотрел. Ну, смотрите, белоглазка, видимо, и артист. Белоглазка, просто человек с камер винтанулся самый первый в электрику и выключил свет. Это, скорее всего, Ботя тогда. Там сейчас два человека на камерах. Там-то и дело, белоглазка, что я с вами был. Что, сделайте кружочек? Скипаем? Я белоглазки. Фина, где ты труп нашел? Подождите. На камерах труп валяется, мы скипаем. Хорошо, смотрите, кто первый, ну, типа, артист, находился в электрике, я сделал эти кружочки, начал выходить, выключился свет, встретил белоглазку, вернулись вместе с ней, пришел Ботя, закрылась дверь и все. Ну, короче, где ты встретил белоглазку? А белоглазка с хранилища бежала в сторону... Ну, с хранилища в электрику забежала. Да, я видела то, что она изначально направо побежала. Там свет тух, и свет тух, и я кусочком. Нет, я хоть собираю сейчас информацию.
Окей, и никого с вами не было больше в электричестве. Нет, я один был. Ну, может быть, кто-то в винтах, я не знаю. Ханна справа была в навигации, я видел. Да-да-да, и это не Редбир сделал этот килл, потому что я с ним встретилась. И не я, считах, потому что мы с ним со целью. Остается артист белоглазком. Я еще раз говорю, я делал эти кружочки, пришла ко мне белоглазка. Может быть, кто-то в винтах сидел, Red я спускался, белоглазка... Не-не-не, смотрите, какая ситуация. Редбир ничего человек... не ищет, как обычно. Не, ребят, человек соло винтанулся. Соло винтанулся с... Я говорю, это может быть Редбир, который обычно ищет трейдеров? Это не Редбир. Ты опережаешь это меня. Это артист. Так у нас один килл, а не два было. Сейчас найдем. Смотрите. Это артист, пожалуйста, вкиньте в артиста. Смотрите. Почему артист? Я починил свет сейчас, я не знаю. Дима, что молодец, что ты починил свет, который ты пробежал через нижний двигатель с камерой. То есть, все видел. То есть тип, это и говорит не тип, которого по первому раунду подозревали, да, якобы он вышел с трупа. Ребят, смотрите, стою на лайфлайн, ой, на лайфлайнах, на карточке, да, вы поняли. Два человека на камерах, смотрю, камеры потушились, человек бежит через нижний кто двигатель на свет. Я не знаю, я куда в артиста. Я в артиста. Смотрите. Ну смотрите, ну, посмотри, у нас, уже, у нас разноцвет. Разницы. У нас разноцвет артист белоглазка, и Зиван типа вкидывает в артиста. Да и, ну, блин, вариант, ну, ну, второй, раунд, белоглазка. Второй раунд. Не, мы сейчас на кнопку нажмем и к боте выгоним, он второй трейдер, спасибо. Почему он второй трейдер? Я не согласен. Я тоже не согласен. Я против... Давай. Рассказываю, мы стоим в админке в прошлом раунде втроем. Я белоглазка и Зван. Редбир уходил наверх, так когда ты... я с ним пересекался. Ты со мной стоял, а не с белоглазкой. Чего? Ты со мной стоял, я стоял, подошел к Зивану, и ты подбежал к нам. Выключается свет. Мне казалось, что белоглазка как раз таки там. Нет, смотри, просто в чем суть. Прошлый фраг не делал ботя. Два прошлых фрага сделал артист. В столовой сделал килл артист? А, блядь, у нас же фраг в столовой. Редбир убили в столовой. Столовый фраг? А, Red в столовой Bear? Фраг. Окей, смотри, я типа был в правой части все время. Ну вот я говорю, это скорее всего бот. Как хотите. Ну это может быть белоглазка, потому что она тоже возле управления. Не, ну понятно стояла. То, что у нас. И ты тоже можешь это понятно, быть. Что... Я не знаю, у кого понятно, голосовать. Что... Нет, я это не могу быть, потому что у нас либо бот, либо белоглазка. Вот. Меня смущает то, что белоглазка вообще ноль инфы дает за игру. Ее уже за это можно я выгонять. Я была с тобой на админке. Ты просто не сказала, какой раунд был, потому что я там много раз была. То есть мы пересекались, когда свет выключался, ты пошел в сторону электрики, я на. В админку зашла, поэтому... Не, просто смотри, ботя вроде как вкидывал в артиста. То есть, когда я говорил, что это артист, ботя меня поддержал вот в предыдущем раунде, до того, как мы его кикнули. Мне не понравилось саму Финергота, то, что он вкидывает меня со второго раунда, когда я бегаю, типа, наверное, 50% времени я встречался с ним. То есть, ты меня... Кип, проголосуйте, пожалуйста. Не, я в тебя не вкидывал. Мне кажется, что это, ну, типа, мне кажется, что это белоглазка. Да, пригласила.
я типа, я не буду ничего рассказывать, потому что все очевидно было. Изиван слепой, конечно. Да, он пошел. Забейте. Красава, Ботя, молодец. У меня Ботя, короче, килы вообще не хочет делать. А где труп был? Так, не, а я не делаю килы в админке. А где последний труп был? В админке. Я не вот понимаю, я не понимаю, да, в чем смысл. Я не понимаю, в чем смысл вообще никакой инфы не говорить госпоже Белоглазке и господину Изивану, с которым мы в прошлом раунде стояли в админке трое. Я, Белоглазка и Изиван. Ботя вбрасывает, говорит, что это он там был, а не Белоглазка. Изиван молчит, Белоглазка молчат. Ну, вообще, ну, типа, говорит, хотите стоп. Разбираться? Изиван, по первому раунду, когда я тебя топил, ты подумаешь, что, типа, если я тебя топлю, и там труп, ты же должен знать, кто там был. Типа, это был Боти. Я не... Блять, ты понимаешь, что... Ну как это получается, что ты уходишь из связи, он тебя дефает, а ты так типа ушел и тебе сказал... Я не делал килл, Левкастер. Ну там килл-то лежал. Это я, ну, с навигации спустился, убил. Я и не вкидываю в него, чем мне в него вкидывать? Алло, привет всем. Привет, Гидро. Это наоборот трейдерский мув, что типа, он, ну типа, если я буду в него вкидывать, он бежит справа с щитов. А я говорил, что это артист. Это я был, да. Ой. Куда там говорил? Сел, молчал, я в первом раунде я не знаю, как вы Белоглазку вообще разворачиваться собрались. Когда Изиван сказал, что человек винтанулся в электрику, она первая сказала, это артист. И, типа, я не знаю, как, ну, Белоглазку можно было подозревать. Не, я ж не против, я говорю, ты была права. Просто как в тебя разворачивались. Я на Белоглазку особо не думал. Я, типа, у меня был выбор между Ботя и Финном. Просто я особо, у меня инфы по Фину не было. А чё ты не пошел реактор-то чинить? То я? Он пришел, побежал труп искать. Не, он пришел. Я постоял, я пришел, типа он... Я пришел, стою, ты ручку не прикладываешь, я все понял, пошел труп искать. А если в навигации труп? Да я... А что мне делать? Стоять, очень ждать, пока ты меня убьешь? А чё, мы запустим? Нет, не запустим. Ну, типа, логично, что раз я это... Ну, стою, реактор не чинится, значит, мне нужно идти искать труп, иначе я никак не выиграю. Ну, я типа... Изиван заруинил. Когда включается тревога, можете вообще не делать, ничего не делать, а бегать искать труп лучше, это самое правильное. Да, так я была справа, навигация искала там труп. Я так и хотел сделать... Я просто думал, мало ли, типа, мой человек где-то рядом, ну, второй мирный, и мы быстренько сделаем это. Я постоял еще, смотрю, пришел Ботя. Я встал на ручку, и ничего не происходит. Я пошел искать труп, но не успел. Типа, я хотел даже сразу пойти. Там бы время быстрее закончилось бы. Нет, я успел бы дойти. Я просто сделал ошибку, то что я не в управление пошел, а в это, в больничку. Короче, не было света, я стоял на О2, листики закидывал. Типа, ну, закинул там их, разворачиваюсь, и Изиван мертвый. Это Белоглазка. Я уже на электричество добежал. Это Белоглазка ушла. А, нет, стой, давайте, вот просто секундочку, все полны. Где кто был? Вот просто скажите инфу. Вот я в столовой была, качала данные, забежала в оружейку, все, я не успела до туда дойти. Хорошо. Меня, наверное, человек 4 видели в админке, а потом я пошел чинить свет. А кто был? Кто был на реакторе? Я. Это кто? Шашков. А кто был на камерах? Я был, и Белоглазка ушла из кислорода, если говорить артист. Она из кислорода. Смотрите, это не Левкассер, это не Шашков, это не я, это не Финергот, не Редбир, не Гидрос. Не Гидрос, да. Ну, получается, Хана Белоглазка. Ну, Хана качала, получается, Белоглазка. Это Белоглазка. Да. Потому что один человек был в столовой. Ботя, почему не я? Ну, потому что ты Рэдбир, Гидрос убежали из админки чинить свет. Белоглазка, ты что-то скажешь или уже все? Я в навигации стою. А, понятно. Не было никого в навигации, тем более. Понятно. Ясно.
Три человека было в О2, один человек был в столовой, один человек в реакторе, один человек в камерах. В столовой это я была, типа, и сейчас забежала только что в оружейку, так что это не могла быть я. Оправданно, Хана. Скорее всего, офф на стрим в ближайшее время. Мне, типа, не очень хорошее настроение сегодня. Поэтому отец очень жестко заболел ковидом, и там еще другие неприятные вещи, в общем. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, я как-то более-менее отойду, но пока я сижу на фулл-тильте и ничего не хочется делать. Вопрос к Фенергота. Откуда ты прибежал в реактор? Не твое дело. Понятно. Полностью оправдан. Смотрите, Боти убежал вниз, Фенергот, по-моему, откуда-то снизу прибежал в электрике труп. Подозреваю Фенергота. Лифкастер стоял все время на камерах. Видели, чтобы не отключались камеры? Это, в принципе, мог сделать лифкастер, винтануться в электричество и еще гидро с мизицами выходил. Лифкастер белоглазку вывел. Откуда я выходил? Только что камеры не выключались. Сейчас там был... Значит, это не лифкастер, а еще гидро. Хана, ты с реактора прибежала или с камеры прибежала? Я прибежала с реактора, в котором встретила Фенербота. Там просто было два человека. А ты выходил из медицины, я видела по камерам. Да, лифкастер должен был видеть, как я туда заходил. Да, ну, лифкастер, видишь? А ты куда? Гидрос, а куда ты побежал, когда мы с тобой пересеклись у админки? Ты куда побежал? В сторону связи. В сторону связи побежал? Да. А? Да. Я встал на админку, увидел, что два человека в электрике, вернулся, мы сбежали вместе с Ханой ножку в ножку, да. Репортили труп. Вопрос. Лифкастер, ты на камерах стоял? Да, я фул раунд был. А чё ты не даешь инфу, откуда я пришел и как я бежал? Я не знаю, мне кажется, вообще Редбир в столовке зарепортил. Я не знаю, где он. Не-не-не, в электричестве. В электричестве. О, в электричестве. Откуда, труп. Вот лифкастер, откуда пришел? Снизу или сверху? Фин? Да. Ща подумаю. Я не вспомню. В лифкастер там... проголосовал. Ну, Финаргот должен ответить. Подождите, там два человека сейчас. Фин, ты сейчас на камерах был, Фин? Нет, он был в реакторе, я тебе говорю. Ну, он вроде сверху с гидрозом пришел. Да, до свидания. За что вы проголосовали в лифкастера? Потому что люди не голосуют. Пусть лучше следит за камерами. И Хану бы я тоже вывел. Короче, это бред какой-то на самом деле. А кто проголосовал в лекастера? Короче, Фин, понятно? Нажала. Короче, Хану бы вывел бы после этого. Почему? Кто второй? Смотрите, сначала, хорошо, сначала, я не знаю, где сначала, был шишку. Сначала Хана кричит, типа, а может быть это лифкастер? Ну, типа, он мог винтануться и так далее. Да. Когда лифкастера, когда лифкастера вешают, то есть ты видишь то, что его выгнали двумя голосами, да. Ты кричишь, зачем, почему? При этом ты даже себе не рисуешь ситуацию, что он может быть трейтером, мы сейчас выиграем. То есть ты будто уверена, что он красный. Хотя Редбир сказал то, что постоянно камеры горели, поэтому я лифкастера вычеркнула. Я видела, что он постоянно там стоял. Он подтвердил то, что гидрос заходил в медпункт, значит, это не гидрос и не лифкастер. Остается у меня ты, который забежал откуда-то снизу, скорее всего, в реактор. Суть в том, что типа лифкастер просто не стал подтверждать тогда. Я сверху пришел, сделал циферки, а может и снизу пришел. Ничего не говори. Хорошо, где были артисты Шишков? Окей. Так я вообще ничего не знаю. Я с навигации пришел в админку, оттуда кто-то выбегал, был последний туда Редбир, потом он побежал в сторону. Ну все, электрики. Значит, это не Редбир и не артист. Где был Шишков? Объясните мне. А? Где именно? Ну вот, в предыдущем раунде где-то был.
но не в этом. С Ваней, получается, мы бегали от Электро сначала, вместе пробежали до админки, там постояли, я сделал карточку, он смотрел по админке, где кто находится. Потом он, я не увидел, куда он бежал, потому что я карточку зафейлил и побежал наверх в этот стол. Ну, стоял, последний вопрос. Кто в левкастере, кроме Фина, проголосовал в прошлом раунде? Ну вот, меня и... И опять один короче, не голосует. Я не знаю, как вы играете. Я говорю, это Финаргот, а вы не голосуете, ты же понимаешь, я не знаю. Как это Ханна? Ну, конечно, это Ханна. Получается, саморепортнула. Я сейчас сделаю. Мы до этого кикнули игрока, о каком вы левкастере говорите. Мы до левкастера кикнули белоглазку, которую спалили. Это не Финаргот. Получается, это не Ханна и не Фин? Ну, навигация труп, да? Потому что я тоже по админке увидел. Подождите, я думаю, что этот килл сделал господин Салатовый. Почему? Гидрос. А ты откуда сейчас прибежал? Ну, так, наверное, все-таки прибежал с левой стороны с электричества. Сколько примерно времени трупа, скажи, Редбер? Трупу я починил связь, добежал до админки, и он там уже лежит, ну, секунд и 8 точно, наверное, лежит, потому что я еще потом спустился через низ, поднялся, чтобы посмотреть, кто бежит с правой стороны, это был Гидрос. Я бежал с левой стороны, Редбир, я бежал со стороны электричества, должен был ответить, потому что я бежал через низ, мимо конечности. На самом деле нам похер, типа, мы сначала выводим Гидроса, потом Редбира, игра выиграна. Не, сначала Гидроса, потом артиста. Ну, а я так и сказал. За шур артиста? Меня за что? Я вообще с левой стороны бежал. Я был в электричестве. Артист был с нами. За что артиста? Проголосуйте в скип. Артист был с нами в конце раунда. Гидрос еще мог сделать в электрике второй килл, когда он говорит, что он побежал на связь, а мне кажется, он побежал в электрику, сделал там килл и винтанулся. Редбир, а как я мог сделать вот этот килл, скажи? В смысле, как ты мог сделать килл? Вот это, ну я трейдер, как я мог сделать сейчас килл? Вот который сейчас был килл, скажи. Ты там был и сделал килл. Как это? Я же с левой стороны пришел. Ну ты видел, что я пришел? Я не видел, что ты слева, я пересекся с тобой на складу. Мы побежал туда направо, посмотрел... На складу, так я бежал с левой стороны электричества, нет? Нет. Sorry, Finn, я душим ошиблась. Белоглазку по нам. А откуда я бежал тогда? Я с тобой пересекся в коридоре. Ну, снизу я бежал со стороны снизу бежал, да. Я подумал, что ты бежишь оттуда. Потому что там было, посмотрел на админ панель, что там был человек. И все. Ребята дефуют друг друга, что они троем были. Кто еще Гидрос? Нет, ну трое-то я понял. Типа, ну и есть. Все. Я только тебя ты увидел, говоришь, что ты бежишь снизу. Стороны? Нет, я видел, как только ты бежал со склада, мне навстречу, и все. Я подумал, что если найду там труп, то это ты. Все. Короче, лучше сейчас тебя валить, я понял. У меня как раз КД откатилось. Да ты не успел, я видел, ты за ним уже бежал в ту сторону. Не, я бежал, типа, ну, потому что я подошел к админке, я понимаю, что килл, он увидел килл на этой, по админке. Я думаю, сейчас пойду тоже, короче, прочекаю, типа, килл. Вместе придем за репортер. Ну и ты у меня еще по подозрению был, когда ты мне сказал, что я на связь пошел, когда мы с тобой пересеклись у админки. Можешь тебе задать вопрос, куда ты пошел? Ты сказал, ну, я пошел на связь, там. А ты пошел на электрику и сделал килл. Я тебя еще тот раз подозревал. Поэтому сейчас у меня подозрения были 100% на тебя.
Где? Где-то на щитах, да, труп, наверное? Нет, труп на около канистры. Фина, ты сейчас откуда прибежал в админку? С правой стороны. С правой стороны сверху или снизу? Снизу. Ты не видел трупа? Нет. Гидрос, а ты куда побежал? Я побежал чекать эти. Ну, я, короче, оставил типа Финаргота, Шашкова и Белоглазку в навигации, и типа я пошел типа прочекать туда труп, я бежал в навигацию. Я тоже бежал типа снизу. Нет, я просто, понимаешь, я пытался тебя найти, типа ты во мне пересекся, я пошел за тобой. Да, укладно. Я тебя не нашел. Нет, я короче. Ну, потому что я сразу же резко побежал в сторону навигации. Фин. Что? Ты от них бежал? Что? Ты, получается, от щитов бежал, да? Ну, я справа бежал. Справа снизу, от щитов? Да. Кто там еще видел? Никого я не видел, электричества не было. Просто я там в щитах данные скачивал, и вроде как без электричества все равно мог... В щитах данные скачивал? В каких-то щитах скачивал ой, данные? Там, а в связи, ну рядом связь, щиты, связь. Ну, это получается ты вниз спустился, чтобы их скачивать, я же не забегал в связь. Я просто там на проходе стоял. Хана, и... ты где была, Хана? Ты не можешь стоять на проходе и скачивать данные одновременно. Сделала там два задания. Можно стоять в проходе и скачивать данные. Могу нет. Сейчас... Но единственное, кого я видел, это из Ивана, который стоял на админке, Гидроза, который побежал наверх, я за ним побежал, не нашел, куда он съебался. В самом начале я говорю, типа, Белоглазка, Шашков, Финаргов в самом начале были в трое навигации, потом я ушел. Ну или в кассе, скорее всего, в камеру. Но в навигации трупа нету, потому что я как раз добежал до навигации, ну, ладно, там не было трупа. Чей ты труп нашел в Белоглазке, да? Желтого вроде бы, да. Ну или в кассе стопудово на камерах умер. Где? Артист. Не-не-не, подожди. Короче, кто-то выходил со связи в сторону навигации. Это я. На щитах, короче. Изиван был в связи. И он, короче, забежал в саму комнату. И я еще сам себе говорю, типа, не-не-не, Изиван, как будто он зазывает меня в ту комнату. И я побежал по хранилищу, типа. Ну, я просто смотрю по админке, что чел стоит, и бегу там труп. Ну, я с ним... Я понимаю, что ты меня подозреваешь, но я тебе еще раз объясняю, типа, я же... Ханна сейчас прибежала в навигацию. Это правда, но я этот труп не делаю. Мы с Ханной вместе бежали из электрики, когда починили. Я пошел на админку, она вроде вверх пошла, да? Я была в она вниз пошла. В связи, пимпочку сделала и наверх пошла. Короче, либо это Редбир убил и пытается меня подставить, ну типа, либо это тот, кто выбегал оттуда, вернулся, убил, типа, и винты, я не знаю. Хотя Хану видели навигацию, если говорит, что это она, значит не Ханна. Шашков? Я был в электричестве. Шашков, можешь мне сказать, это же второй раунд, в прошлом раунде ты какие задания делал? Вот это хороший вопрос. Ну, скачивал данные в связи, я это уже понял. Навигации проводки сделал, потом скачивал данные. А вот во втором раунде я потом сделал проводки в этой столовке, потом пошел в левую часть навигатора. То есть, ну, те, кто были в админке, видели то, что я хожу у камер, третий проводки сделал. Сейчас выровнял один движок и циферки сделал в этом. Ботя, к тебе вопрос. Когда мы с тобой пересеклись, ты откуда прибежал? Я через верх перешел. Я скипаю, да. Но, короче, это реально, если Хану видели в навигации, извини, что я перебил, последние секунды остались, то это, скорее всего, Редбир мог убить и меня, типа, этим попробовать поставить. Но это не точно, это просто... Да и первый килл, ну, такой, нет, ну, типа, как ему, ну, бля.
связи. Угу. Ага, Редбер, ты откуда пришел? Со склада. Ну вот, блин, Редбер у нас уже два раза на трупах попадается. Вот сейчас вот, типа, я стою в админке, там стоит Шашков, и Редбер снизу спускается. Как раз-таки, получается, с правой стороны, а не с левой. Да, я поднялся. Я была в навигации, да. И ко мне ботик откуда-то пришел. Да, я да, пришел. Я не отрицаю того, что я сделал квест, выкинул листочки и пошел обратно на админку смотреть. Я бы, наверное, если честно, кикнул бы ботю, потому что по первому раунду боти мог сделать этот килл, потому что, типа, говорит, что он меня искал в темноте, а он как мог вполне себе пойти вниз и не искать меня и убить. Подожди, Изиван по админке стоял, а, блядь, Изиван мертвый. Изиван подминки стоял, он должен был доказать, что, типа, я был в этом, в столовой тебя искал, сверху искал, не мог найти. Вань, ты просто, мне кажется, ты имбостер, потому что тебя не было в админке в начале, вроде как. Подожди, давайте так, я пошел на склад, сделал килл, я пошел на склад, сделал квест, и пошел, вернулся в админку. Какой ты квест сделал на складе? Мусор выкинул внизу. Я бы ботю кикнул, ребят. А до этого ты где мусор выкидывал? Я на саль тоже ботю кикнул. Ханна, при условии, что предыдущий килл могла сделать либо ты, либо Редбир, этот килл могла сделать ты или Редбир. Финаргота по первому раунду. Смотрите, Редбер в меня голосует, это вообще чушь, в Редбера лучше ставим. Финаргот, я еще в первом, у нас сейчас критика. Когда мы стояли с Изи... Это Редбер сейчас бежал со стороны трупа, мне это напомнить или что? А ты тоже бежал в первом раунде со стороны трупа, я не топил в тебя, потому что не был уверен. А ты сейчас меня топишь, когда ты прибежал снизу. Два, ну ладно. Кто проголосовал в ботю? Я проголосовал. Молодец, Ханна. Если ты не трейдер, конечно. Блять, пиздец вы, конечно. Так очевидно, что это, блядь, пиздец, что это ботя с этим, но нахера в них голосовать? Блядь, ну это просто это пиздец. Просто, ну это я голосовала. Ну, да, да мало ли, что ты голосовала. У нас получается разнообразие. Ты голосовал в одного трейдера, а я голосовал в другого. Да ну нельзя, да потому что нельзя на шестерых голосовать в трех людей, блядь. Я человек, который, типа, делаю разноцвет между мной и Редбером. Ты уже решаешь, в меня голосовать или в Редбера? Какой ты нахуй ботя? Там еще Дидрос докинул в ботя. Дидрос говорил, что тоже хочет ботя кикнуть. Ты один. А вы не слышали, я оговорился, я спустился вниз, сделал килл, да. Ханна, тебе все очень просто, смотри, там либо Редбир, либо я, либо ты тот килл сделали. Ты свой цвет знаешь, я мертвый, Редбир, все. Просто уже две игры проиграны, просто потому что нельзя взять и проголосовать нормально. Вот сейчас они точно нормально проголосуют. Где килл? В меди, на скане. Можно я сейчас одно скажу? Это Ханна, да? Это белоглаз... Ханна наш видел. Короче, я вам одно скажу, возможно, мне показалось, не берите в голову, но возможно... Артист, тихо, не говори, я понял, что ты хочешь сказать, не говори. Эту информацию не говори. У меня вопрос, где кто был? Я сейчас в оружейке. Я сейчас был в электрике. Ну вот, Финаргота, запакуем. Я с админки бежал в правую сторону. Чего? Только что килл был в электрике перед репортом. Чего, блять?
Не было там никакого килла, я сейчас стою, там закачиваю данные. Там два человека, происходит килл. Ну, а бота на админке стоит. Ну, блядь. Артист, ты это хотел сказать? Нет. Я не знаю, какие там два человека, происходит килл, я стою, закачиваю данные. Значит, там... А можно либо, вопрос Гидроза? Либо там килл, которого я не заметил, либо там нет килла бота, блядь. Расскажи свой путь, Гидроз. Фин, а ты откуда пришел? Я свой путь не смогу рассказать. Что? В электр ты откуда пришел? Слева. Слева, все. Я хотел сказать... Я там еще с кем-то пересекался. Ну мы сейчас, скорее всего, не выгоним, ну, правильно. Короче, просто суть в том, что Боти сейчас остался на админке. Он как бы, если там был килл, он должен был видеть, что там был килл. Ну я и говорил, что... Я голосую Фаргот, потому что я видел Боти Белоглазка забежала вроде как с камер, типа она именно прибежала. Понятно, Гидросу достаточно, чтобы кто-то пукнул, и все там, типа, сразу. Ну и все, и можно послать Фенаргота. Короче, мне показалось, когда выключался свет, я не знаю, когда выключался свет, в навигацию забегал Шишков, я побежал вниз к щитам. И смотрю, мне показалось, что Шишков рядышком опять уже. Мне показалось, что с навигацией винтанулся вниз. Давайте вы будете голосовать, а не афкашить. Я скипнул. Бля, 4 голоса в меня, ну вы совсем оборзели. Я проголосовал Фенергота. Кто еще проголосовал? Я проголосовал. Кто еще? И кто четвертый? Я скипал. Как вам такой ход? Проголосовать себя? Я рискнул, но теперь, типа... А в этом раунде я просто убивать никого не буду, потому что в прошлом было 2 килла. Где? Кто где был? Смотри, вопрос. Кто остался на админке? Я и Изиван. Изиван, там вот человек, 2 человека в реакторе было, произошел килл, там человек в камеру ушел? Бля, там один, короче, в нижнем двигателе винтовался в камеры туда-сюда, и вот я не знаю, типа, то ли... В камеры? Винтовался из нижнего двигателя в камеры, так невозможно. Не винты, это я... Ой, не в камеры. Короче, смотрите, у меня... Есть один вариант, единственный вариант, что это Белоглазка сделала, потому что я оставлял Гидроза Белоглазку с правой, ну, ой, с левой стороны, а Фенергот выбегал из электричества, я не знаю, забегал ли он туда, я но килла тогда еще не было. Но килла по, получается, Гидроза тогда еще не было. Я заходил только чекать, мы с Редбером вышли из админки чекать, Редбер побежал направо, я побежал налево, чекал админку. Суть в том, что убили в реакторе на циферках. Смотрите, какой, что из Иван, какой старый, ну я добежал только с админки вот. Там, короче, пришел. Так ты за сколько туда будешь бежать? Смотрите, ребят, я старый. Я со стороны света пришел, короче, вверх, смотрю на камеры. Мы скипаем, я надеюсь, господин Шашков и Редбер. Смотрите, на камерах стоит... На камерах стоит Белоглазка, и оттуда, не знаю, я либо все время откуда-то. Стоял. Я починила не два все раза время, камера почти не работает. Камеры половину не работали. Белоглазка, можно вкинуть? Нет, в смысле, я после починки света и сразу пошла на семерых мы не будем вкидывать нескольких Белоглазка. Мы скипаем, но скорее всего это Белоглазка. Она сейчас говорит, что она все время на камерах стояла. После починки света я пришла на камеры и стояла на камерах. Меня-то, мне кто-то расскажет, кто четвертый меня голосовал? Твой трейдер. Хуейтер, блять. Я всю музыку сыграла.
Белоглазку выводим. А, в столовый килл. В столовый килл. Белоглазка отбегает от трупа. Хорошо. А, Белоглазка скидывала листочки и бежала в сторону реактора. Держи в курсе. Какого реактора ты бежала? Ну, реально, в сторону люка она бежала сейчас. А реактор, а у нас сейчас был саботаж О2? Нет, реактор. Нет, я влево почему? Бежала с вами. А, да, ты бежала вообще-то по правой стороне. Подожди, стой, подожди. Подожди, это кто сейчас, Red Bear вкидывает в меня? Смотри, я рассказываю полностью. Вообще, я 3 раза, блядь, починила свет во всех раундах. Это первое. Второе, я бегу сейчас направо через навигацию. Там вижу Шашкова, который делает проводки. Потом бегу налево, делаю, выкидываю листочки. Потом ты с ним бежишь наверх. Все, что я помню. Потом я скинула листочки в столовую, побежала в сторону реактора. Все, вся моя траектория. Дай теперь дам инфу. Мы стоим. Я, Red Bear и Зиван. На админке происходит килл, мы с Редбиром это видим, бежим наверх. Видим, как Белоглазка бежит в сторону люка, то есть включен реактор, и она разворачивается, типа мы... Редбир проискал труп справа, не нашел, я нашел его слева. Подождите, мы вас поняли. Финн, ты куда проголосовал? Я в Белоглазку проголосовал. Кто на связи сейчас находится? У нас получается боти Редбир, либо Белоглазка плюс кто-то. Кто на связи сейчас находится? У нас не может быть боти Редбир, потому что там с ними еще и Зван. Кто на связи находится? Ну, типа, может быть, нет. Кто-то из них второй трейтер, но там... Скорее всего, Источник Аргот был на связи. Я так понял, там прямо на убийстве свалили. Вы слышали Белоглазку? Она говорит, Белоглазка говорит, я думаю, это артист. По-моему, ты пошел с артистом наверх. С артистом. С артистом. Мы пошли с Red Bear наверх. С Шашковым. Тут не выиграть. Белоглазка, ну, типа, делает максимально хуёвые киллы оба раунда. Тут не выиграть. Одному не затащить, там, с условием, что у нас есть вундеркинды, которые стоят на картах 24/7. Интересная игра, я говорю. Ну, я так и знал, что там где-то сверху кил лежит. Я починил электричество. О, хера, у нас двоих убили или одного? А, это Финаргот. Это Финаргот убил, да, потому что мы были троем на админке. Четвером пошел, на админке, стойте. Я пошел, я побежал. На админке, стойте. Пошел делать свет. Я вообще всю игру бегал, я сделал практически все квесты. А вы все на админке стоите? Почему-то, когда другие трейдеры, вы что-то ни хрена не можете. Ну, Финн, ты же нажал kill кнопку перед репортом? Нажал. Ну, по факту ты... Да сейчас-то понятно, что я, типа, и так выйду. Ну, что, прикол, что ли, какой-то? О чем речь? Ну, еще Белоглазка в тебя проголосовала, Финн, четвертым. Если что. Я сам себя проголосовал. А, четвертым. Ты сам себя проголосовал? Да-да-да. Белоглазка мертвая была. Просто, ну, круто, да-да-да. Такие возможности допускаете. Обычно просто, ой, блядь, нет, он не трейдер, блядь. Там человек не признался. Блядь,
Да что за музыка у меня играет? Где? В оружейке. Артиста. Я? Да. А почему я? Ты откуда пришел? С навигации. Вы видели, как кто-то в навигации? Так мне навстречу Шишко убежал. Я видел артиста. Хорошо, я видел артиста. Смотрите, в чем суть. Просто я стою, гружу данные, у меня немножко обзоры видно ж, внизу. Артист идет, врезался в эту стеночку, постоял одну секунду, побежал дальше в сторону оружия. Смотрите, Изюан, за мной сейчас киллов не было. Я пришел с метеоритов, за мной киллов не было. Это или Хана саморепит, или кто-то убил еще там. То есть за мной киллов не было. Я саморепорт. Я последний раз был в оружейке, это когда кто-то стоял, скачал данные, не помню цвет, и Финн вроде стоял по метеоритам, стрелял. Я пошел в навигацию, навигация начал вниз, щиты выбегать, на мне навстречу Шишков был. Мне вот хочется услышать, погоди, Изиван, секунду, можно услышать? Финнергот вкинул в меня, что это я хочу услышать, почему. Ну, потому что это ты, я видел, как ты винтанулся, убил. А, понял, хорошо. Ладно. Стойте, ну, ты где сейчас стоишь? Белоглазка, можно вопрос? Я сейчас пересекся с Ливкастером, бежал с админки. А что это за мув? Почему бежим на свет? А где он винтанулся, Ботя? Ты берешь и уходишь в темноту. Я ухожу на нижние листочки, чтобы меня не убили. И стою в уголку, жду, пока свет включат. Сори, чат. Финнергот, тебе говорят, что у тебя в оружейке, ты говоришь, новости сегодня это я, меня, который в админке стоит. Которыми я не могу делиться, и только поделился только одной хуёвой новостью, потому что у меня вас очень хуёво всё. Да я не знаю, там невозможно, да там невозможно по таймингам, я сейчас труп, за мной трупа не было, труп сделали секунду 3 назад, наверное. То есть сама Гидрос, думай, бот не мог по таймингам успеть такое, его еще и кикают за это. Ну типа мирная хвалья... Вы... А меня как-то... Так Финнергот, что он типа винтанулся, можно Финнерготом разменить. Да, это рофлер, кажется. Но можно и кик. Да где Имдон? Я сказал, что я, возможно, выключу позже стрим, но посмотрим сейчас, потому что немного это... дойдусь. Ряпну стопарик водки и нормально. По авторитетам, да, задавил, выгнал чела. Так, давайте чините, блядь, электричество. Чинили. Бля, вообще хоть кто-нибудь будет чинить? У нас в ПКД люди просто стоят на админке и дрочат, блядь. Они стоят втроем, дрочат админку, блядь. А, у нас Софина убили. А ты кого зарепортил? Артист, а ты куда потом после админки пошел? В нове свет, я свет сейчас чинил. Ты сейчас свет чинишь? Я свет починил уже. А, починил? Да, я свет починил. Иван, а ты, получается, наверху? Я с белоглазкой выходил, я пошел в сторону света, она пошла в сторону связи. Но я думаю, где-то на связи ее убили. Секунду, а кто-то другой еще свет чинил? Или можно опустить, чтобы... Нет, я один-то был, и я сейчас начал кружочки делать. Там больше никто не зашел. Подождите, а где труп? Смотрите, этот килл сделали в электричестве, да? Нет, в электрике никого. А где труп? Я думаю, на связи где-то. Шишков, где? Я сказал, мусор, где? У нас по прошлому раунду кто-то в кого-то вкидывал. Че у нас по прошлому раунду? Финн в ботю. Ну, Финн в ботю, ладно. Там, повтори еще раз, где килл? Еще раз повтори, где килл? Мусор внизу. Изюан был в навигации, то есть Изюан красный, это и не Изюан. Изюан красный. Это не Изюан и не я. Тоже видел. Нет, почему? А ты ушла вниз куда-то. А кто тогда остается? Гидрос. Не-не-не, я была в два, потом пошла в навигацию. Гидрос, но ты же ушел, ты не пошел чинить цвет. Хана, где ты сейчас? Ливкастер, ты на камерах был? Я была в два, потом забежала в навигацию, там был Изюан. Ну ты вышел из админки, а труп вообще в хранилище лежит. Так я туда еще из... Ну... Гидрос артист у нас, все. Гидроза. Ну, Гидроза. Давай Гидроза, я Гидроза хочу. Нет, смотрите, скорее всего, это Ливкастер, потому что я говорю, что я был в админке, ну там, может, где-то второй труп, я хз. Потому что я был в админке, меня Гидроза видел, как это заходило. Подожди, а где артист? Я свет чинил, я свет починил, я остался там, я там. Артист Белоглазка, меня видели в этом. Я думаю, там один трейдер у нас, мне кажется. Нажмем на кнопку. Не может быть одного трейдера, Хана, это ты получаешь. Типа, блин, какой один трейдер, два килла?
Два килла произошло. Как ты говоришь, что один трейдер, если два килла произошло? Финн вывел первого трейдера. Бля, ну говорил же, типа, артисты долгие. Кастер на камеру говорит, я вышел из админки, так, труп в этом. Так, а труп сказали, Шашков сказал, что труп лежит на геме, с мусор выбрасывать. Ну, типа, ну, там... Так, я же только что вышел, пока. Не мог... У тебя, получается, делать... понимаешь, что в чем суть? Тогда килл сделан был только что-то, а меня бы поймали на трупе или в кастере. Ну, я хотел в артиста, но от моего голоса бы ничего не поменялось просто. Типа, либо ты трейдер, либо ты этого не понимаешь. Ну, типа, не, смотри, ты выходишь оттуда, типа, проходит 5 секунд, чинится свет, и труп, типа, нет, не происходит такой репорт, то есть, ты, типа... Мне... Вопрос, кто в меня голосовал? Да ладно вам, ребят, мы просто жесткие с артистом, и все. Нормально. Финаргот вкидывает меня охуенно, типа, винтуюсь там где-то. Фин решил порофлить. Ну да, это катка была рофла, когда кикнули боти сразу, типа... Я подумал, что это гидрос и артист, потому что я видел Хану наверху, если бы я... Сейчас я отойду буквально минуты на две и вернусь. Суть в том, что, типа, боти-то кикнули, да, но по рофлу. Почему никто после этого не чинит электричество, и я один на кнопке стою, можно объяснить? Ну, тем более электричество, знаете, кто починил? Трейдер, блядь. А знаете почему? Потому что втроем стоите на админке и ничего не делаете. Так я просто, был уверен, как раз просто, просто нажимается, починил. Я нажимаю кнопку, мы считаем, кто голосовал в боте, и изи выводим ту же Ханну. Ханна, которая говорит, что трейдер, скорее всего, остался один, словом, что за 30 секунд было сделано два трупа. Ну, или за да, я про это и говорил, я это хотел и объяснить. Сейчас подойду. А Хана, ты белоглазку убила, что ли, сверху и прибежала... Меня к... Аргота убила на кнопке. Меня артист убил снизу. Если белоглазка живет больше понять, двух раундов, значит, она трейдер. Человек или не понимает, вот в чем суть. Типа вот я в этом я постараюсь плане. Выжить в следующий раз. Не, ну Гидрос, ты понимаешь, как для меня выглядело это? Ну ты выходишь из админки, типа проходит 5 секунд... Проходит 5 секунд, и у тебя получается репорт. Я тогда не мог сделать этот килл наоборот, как раз для тебя не должен был делать. Я мог сделать где-то другой килл, но не этот. Хана убил из-за репортил. То есть на счетах вот был бы мой килл, если бы там какие-нибудь винты... Хана мою стратегию использует, убивает, репортит. Кто? Да я очень редко на самом деле так делаю. Так я сказал, что это Хана, ну скорее всего сама реп, потому что там килл было 3 секунды, боти никак не мог, а его кикнули. Нет, ты меня, не, по первому киллу. Это вообще рофл был, когда я такой сижу. Я не знаю, просто Финнергот меня каждый раунд вкидывает, просто ему вообще похуй, типа... Кто где был, даже я, если я был втроем с кем-то, он просто сидит, это Ботя сделал килл, типа, и сиди, оправдывайся. Я уже просто, мне уже на пуху, я сказал, да, это я сделал килл, и что? Работа начинается, да вы чё, да пошли вы в жопу. Да, ну я не знаю, то типа, меня, сколько вот вчера мы играли, типа, на полюсе, либо завчера, первая фраза Финнергота в начале этого репорта, Боть, зачем ты убиваешь гидроза? При условии, что он не видел, не знает где и что, я просто вкид. Так зачем ты меня убил-то, ну? Не стыдно. Все замолчали. Что у него там в спине собачка делает? Чё говоришь? Говорю, у тебя в спине собачка что-то делает. Она... Сеструнчик.
меня, знаете, как этот питомец появился? Я его не покупала. Когда Дина мод создавала, я там наделала этого питомца. И там этот... Да, и он остался. Он остался. Вот плюс. Классно. Я тут... Сори. Да нет, суть в том, что типа я сейчас часто в кого-то вбрасываю, мне интересно послушать. Проблема, ошибка, которую я допустил, я зачем-то в боте проголосовал. Хотя он для меня красным был. Да не, я потому что я отвлекся, и в конце, когда время подходило, я просто на автомате нажал и проголосовал. У меня так на автомате, я голосую в человека, в которого типа никто не думает, я просто хочу, а с ним рядом тот, кого нужно голосовать. Не, сори, я подруинил там. Запустил Steam Link, теперь игра начала подлагивать. Есть вот это. Да. Ну как меду идти со стороны камер, получается. Ну это Изи Ван, он спускался оттуда последним. И он еще дверь закрыл, мы этот, в двери долбили сейчас. Так подожди, так ты и я и Изи Ван же долбили с двери. Ну да, он не сверху стоял. Пришел и потом дверь закрыл. А, он нет, сверху пришел. По кругу прогнал. Да. Да. Я спустилась с электричества, ты оттуда выбежал, мимо медпункта. Согласен с Иван бы по-другому бы говорил, был бы мирным. Не, смотри, просто... Нет, смотри, просто ты... Ты последний, потом закрыл дверь, я поняла, что там из этого. Хорошо, я вылетаю из корабля, но это не я, смотрите. Да, расскажи. Я пошел наверх, пришел на камеру, там еще был Шишков. Он ушел наверх, и я спустился вниз к тебе. И ты пришла мне навстречу. Ты забыл сказать, что ты его сначала там убил? Короче, когда я бежал к камерам, я увидел Ливкастера, Редбиля, и кто-то стоял еще один на камерах. Потом я зашел в реактор, двери закрылись, и все. Говорю, это не я, потому что, я говорю, я пришел на камеры, Шашков еще был жив. Я ушел, он пошел где-то в сторону верха. То есть я никак его не мог убить. Я пошел вниз. Редбир, куда ты с электричества пошел? В таких ситуациях, кстати, когда одного трейдера... А кто скипнул? Я одному мирному... Ой, одному из трейдеров выгодно стать мирным. Точнее, лучше чередовать киллы по раундам. А кто еще третий скипнул? Это не обязательно голосом обсуждать. Это можно, типа, раз, ну, типа, замечать. Кто-то убивает, кто-то не убивает. И все, чтобы в конце остаться... Ну, или можно только одному убивать. Чтобы думали до критики, что остался один трейдер, а потом просто берешь и кикаешь, побеждаешь. Я, кстати, заметил, что так редко делают, а так можно делать. Причем, ну тут можно единственное риском пойти, что если у вас осталось 7 человек, ну то есть, к примеру, вот такая вот фигня, выкинули из вана, он типа был мирным. Ну, ты трейдер, ты это знаешь. Вас осталось 8 человек, делается один килл, нажимается кнопка, ну там, репортят труп, обсуждение. Все такие, скорее всего, у нас остался один трейдер, за долгое время один труп. Такие, да-да-да, заебись. И после этого сразу делает трипл килл. Это сложно, но можно. Люди просто не будут бегать и кнопки жать в страхе того, что игра сейчас может закончиться. Потому что они думают, что один трейдер остался. Они типа лайтово играют. Вот, и можно такую вещь проворачивать. Но хз, конечно. В общем, я бы поэкспериментировал. Но это нужно какое-то все равно общение с вторым трейдером.
и вещи делать. Боть, нормально все, боть? Боть, нормально? Чё? Два человека стоят в столовой. Ну? Я прибегаю, лежит труп, и ты тоже в столовой стоишь. Я провода сейчас сделал, пошел направо, типа связь чинить. Что? Ну, труп в столовой, на где скачивать данные. Вот. Ну, может быть, тебя подставили, хер знает. Ну, а ты тоже в столовой. Труп в столовой, да? На связи, ну где-то скачивать данные. А боти я стоит слева, слева, а труп да. Справа. У меня, блядь, такой вижен, что я его вижу, по-твоему. Нет, просто я начал выключаться. Ну так снизу с электричества. Герос со столовой. А до этого пришел. Ты где был? Со столовой пришел он, со столовой. А он не мог убить? Мог убить. Он со столовой прибежал, я потому что вышел из электрики, он спустился. Давайте в гидрозик. Грабец, подождите, погодите, артист Белоглазка, куда проголосовали? Дайте я оправдаюсь тогда, секунду. В меня. Я могу сказать, что сейчас Радбир врет. Артист, ты куда проголосовал? Я скипнул. Секунду, сейчас Радбир врет, что он видел, как я спускался со столовой. А, на 7 человек, на самом деле, Секунду. Радбир видел только, как я заходил в само электричество, потому что я пересекся там с ним. Откуда я спускался, Радбир не мог видеть. Потому что, Радбир, мы встретились около электричества. Нет, я честно скажу, я не помню, откуда... Я не помню, откуда я спускался. Мы с тобой встретились на складу, а не в электричестве. Нет, Радбир, мы с тобой встретились около электричества при входе. Давайте скипнем. Для меня это Радбир, но я сейчас скипнул. Гидрос Ботя, там нет двух красных. Гидрос Ботя, нет двух красных. Тогда Радбир и просто черт. При условии, что я стоял, типа, провода проводил, мне кажется, ты мог сделать килл. Так что у меня, получается, вы не два красных. Он тогда Радбир-то. Да, Радбир, только с кем Радбир-то, блядь? Ботя, Гидрос — идеальная команда, как по мне. Отвечаю, скорее всего. Ботя и Гидрос. Посмотрим, что. Да. Ну, проверить решил, плюс хочется Гидрозика выгнать. А мне нет, хочется все-таки мы... по поводу Гидрос, Радбира, Гидрос, говорю, давай, вопрос, да. Гидрос, давай вопрос, с кем Радбир в команде? Я не знаю, но скорее всего это с тобой, потому что ты меня топишь, ну, почему? Вот, Фенербот, ты мне скажи, хорошо, почему ты меня топишь? Свой цвет я знаю. А ничего, то, что вроде из Ивана выгнали? А я твой цвет не знаю, и никто твой цвет не знает. У нас по одному киллу из Ивана выгнали, не? А если, ну, не делают? Ну, как бы да. Ну, типа, ну, я да, просто не кстати. Уверен в Визиване. Это вы там, ну, сказали, что... Визиване? Я скипнул. Не знаю, но у нас настолько мало киллов. Ну, понимаешь, я давайте скипнем. Смотри, нет, в чем давай скипнем. Это боди Гидрос, скорее всего. Боди Гидрос. Ну тогда, у нас, смотри, нужно... Я готов голосовать Гидрос, да. Говорит, давайте. Хорошо, секунду, скипнем. Смотри, в чем суть. А, Боти уже готов... мы скипали? Я и был готов, я сказал, что у меня из Ивана ушел. Я на 80% уверен, то, что из Ивана... Ты Радбира называл так же, как и Гидрос в прошлом раунде в конце. Ну, типа, ну, так, ну, я готов их двоих выводить. Понял. Я скипал. Я в Гидроза голосовал. Да, ты скипал, ты говоришь, что ты двоих готов выводить, скипер. Ну. Финн Гидроза не проголосовал, кстати. Я не голосовал, я же сказал. Так, ну это не Радбир, не Гидрос, не Фенергот, я так понимаю, да? Потому что они втроем бегали, а труп на входе в электричество, ну, короче, между хранилищем и, короче, вот в этом коридорчике.
между хранилищами электричества. Кого еще раз ты сейчас сказал? Ну, я встретила Редбира, Гидроза и Финаргота в ВО2. Я их встретила. Рассказываю. По прошлому раунду, По прошлому раунду... Я был слева, да. Тот килл не делал ни я, ни Ханна, ни Белоглазка, ни артист. У нас вот 4 человека, которые не делали килл в прошлом раунде. В этом раунде я пробегал весь раунд с Редбером и Гидрозом. Боти, как ты думаешь? Кто трейтер? По крайней мере, слух нету, поэтому я Финарготу верю, потому что я не верю Редберу, потому что он врет. Ну, не, подождите, бо я первый сказал, что Боти стоит в столовой с трупом, понимаешь? А потом Фин предложил Гидроза, и я вспомнил, что я тебя тоже видел. Поэтому сказал, что, возможно, ты, но я предлагал скипать. Тогда ты третий трейтер. Не, я предлагал скипать вообще, я тебя не предлагал выгонять. Я сказал, что среди вас нет двух красных. Алло. Я сказал, Боти, Гидроза. Смотрите, вы гоняете или Гидроза, или Редбира, кто-то из них. Изиван, найс, да, я тебя спалил. Да, ну Изиван. Я не знаю, Изиван, блядь, хуйню делает, я хуй знает. Боти, зачем ты... Боти, а почему ты не убежал из столовой? Я спалила Изивану, а не ты. Боти, почему ты не убежал из столовой? А как ты меня спалил? А зачем мне убегать из столовой? У меня время проходит, я даю еще один килл. Но я стою, типа, выполняю таск. Ну, так я тебя нашел и заподозрел тебя. И что? Тебя. А ну, Шашков, как ты меня спалил? Боти, а ты прошлый раунд скипал? Нет, реально? Выхожу из камеры. Я скипал. Так этот, слышите, что? Если бы Боти прошлый раунд проголосовал бы меня, то мы бы проиграли. Поэтому, Редбир, ты третий. Не проиграли? Почему проиграли? У нас Изиван ушел один трейдер-то. У нас Изиван ушел, я сижу один, блядь, хуй знает, что сделать. Да, и Гидрос, я сказал, что Боти первый, а потом Финн сказал, что это возможно ты. Я сказал, что возможно, да, среди вас нет двух красных, все. Как бы я не хотел при вкидах Финаргота каждый раунд в меня. Блять, при чем тут вкид? Я в прошлом раунде больше вкидывал в Гидроза, чем в него, че он пиздит? Я объяснил, потому что по остатку он был. Капец, свет никто не чинит. Да я типа заебался. А я пришел туда один. Где труп? Кстати, я сейчас еще с левой стороны запишу. Труп где? Труп в админке. На щитах. Не, какой админке? В админке. На щитах трупа нету, я там стоял. Я с Ханом тоже перешел. В админке? В админке. Мы стоим с Белоглазкой, никого трупа нет. Ты с Ханой был сейчас в админке? Нет, я с Ханой на щитах был. Я пришел, он лежит не внутри админки, а вот выход из админки. Может, у меня тут репорт загорелся, я не знаю где. Он может, конечно, и в хранилище прям где-то валяться, но он мне загорелся, когда я к админке стал подходить. Подожди, ты с Ханой сейчас труп нашел? Нет, Хана на щитах осталась. Я, наверное, пошла проверять, жив ли Финаргот в навигации. Кто 4 человека был в навигации? Я, Финаргот, Левкастер и... Финаргот с левой части был. Нет, и Шашков. Он справа. Но был. Шашков пришел позже, откуда-то снизу. Откуда-то... Изюан пришел позже. Ну, я позже пришел, я знаю. Так я данные грузил на метеоритах, поэтому я позже и пришел. А, ну хорошо, а, ну позже ты пошел. Ну, скорее всего, этот килл сделал, ну, типа, Гидрос, maybe. Либо человек, который сейчас ушел в щиты. Я пошел сразу с левой стороны. Ну, меня, блин, никто не видел, потому что я, типа, сразу пошел налево. А, подожди, ты с левой стороны прошел? Да. Подождите, а почему Левкастер не на камерах? Я в Левкастер. Кстати, кто на админке стоял, должны меня победить. Ребята, а что Левкастер не на камерах? Нет, подожди секунду. Вопрос. Финаргот, ты откуда прибежал? Справа. Ребят, я играю уже 10 карт, на щитах на электрика в прошлом карте. Нет, такие, блядь, ручки в Левкастера. Так а вот ты рассказываешь, чел, ты в прошлом раунде на камерах стоял. Изюан, я в прошлом раунде не стоял, меня... Ты-то стоял, ты. Я с Изюаном вообще не хочу играть тогда после таких убросов. Это Котя. Ребят, да, это да. Левкастер. Смотрите, у Левкастера только 3 голоса. Левкастер, да.
вообще не все так кучкуются, что ёбнуться. И никого. Где труп? Труп в меде. Я видел там Ботю, который оттуда выходил. Не саморелик. Выходил оттуда или заходил? Не, выходил. Ну, помнишь, ты меня сейчас... Я на админке стоял, увидел килл, решил посмотреть, может быть, кто наверх ушел. Увидел тебя, пошел в мед. Ты даже я видел, как оттуда Левкастер вышел. Я очень долго бегал с Боти, вот, он потом встал на админке. Но потом, типа, как выключил свет, мы разделились, потому что я ушел. Я тоже я остался на админке. Бля, куда вы уже голосуете вообще? Я в Левкастера. Я не знаю, куда Шашков голосует. Я еще хочу кикнуть Левкастера. Шашков, Иван, ты куда? Я в Левкастера. Потому что я не верю. В Боти? Да, да, я не верю. Он сказал, что он, типа, пошел посмотреть, увидел там меня. Тебе Гидрос говорит, что я был в админке, я увидел труп в админке, проверил труп, типа, проверил то, что, типа... Мы разделились. Я не знаю, для меня Шашков более подозрительный, я бы Шашкова кикнул. Я не хочу никого кикать. Кастера, я в Левкастера. Я не хочу никого кикать. Белоглазка, ты куда проголосовал? Я скипнула. Не, я не вкинул, я просто не верю. Я не верю Левкастеру. Он у нас этот камерамен, но там высокая смертность. Подожди, на производстве, а в этот раз он живой. Подожди, стой, я услышал фразу, что кто-то видел, как Левкастер убегал из меда. Я видел. Да и Зюан все видел. Я видела, как Кинаргот выбегал из меда. Батя, в Киеве Левкастер. Оттуда много кто выбегал. Кто два человека было на электричестве? Там толпа была, там не два человека было. Там сначала два человека было, когда я пошел Камеры. Гидрос на камерах убил. Фиолетово. Верю. На каких камерах? Не. Кто верит? Я сейчас стою около света и чё не вижу. Сашко верит? Вижу. Левкастер Сашко. Я видел. Нет. Я видел, как он убил. Я стоял с Левкастером на камерах, я видел, как убил Гидрос. Ты видел, как убил Гидрос? Да, он прям в краю экрана убил. Ну да, он в краю, это странно вообще, типа, от Гидроза. Мы вместе стоим. Шашков, ты тоже это видел? Шашков с нами не было. Он на люке стоял. Стоял на люке, да, потому что я думал, что сейчас кто-то выпрыгнет, и можно быстренько бежать. Я сейчас никого не убивал, типа, не знаю, почему Левкастер. Вы видите Левкастера в размере? Не знаю, Ботев с ним, значит, получается, станет Шашков. Я в скип голосовал. Ну, второй Зиван, получается. Когда... Играл, а чё ж не видно в кастере? Кто меня проголосовал сейчас? Я на семерых не хочу кикать никого. Чё никто не говорит, кто меня проголосовал, да ребята? Я что-то забыл, что я голосовал. Я какой-то максимально убитый в этой катке. Я вообще не понимаю, что происходит. Я мог скипнуть и сказать, что при семерых мы не кикаем, и был бы прав, блядь.
Но, к сожалению, это хуёво. Дело не в того, докажет, не докажет. Знаю, зачем. Бля, да это типа impossible нахуй играть. Просто не... Ну, Unreal. Эй, блядь, сдохни. Ты где сейчас? Столовки. Ботя был в этом. Я в админке был. Ты в админке, окей. Ты чекал админку, давай инфу, давай. Три человека стоит в столовке, потом резко становится один, и потом один пропадает, появляется. Потом репорт. Где был? Кто? Ты вместе с Ботей был, правильно? Нет, я труп зарепортил. Он в столовой сейчас зарепортил. Я скрыть. Не в столовой. А где труп? Я возле навигации в тоннеле. Туда Шишков убежал. Я с Левкастером сейчас весь раунд ножка. Ну он пробегал, да. Я думаю, что это фин просто. Погоди секунду. У нас камеры работали, нет? Просто. Нет. Кто мешает боте винтануться и убить, как бы? Да давай проскипаем фин. Откуда? Со связи? Я связь починил, меня Шишков видел. Так ты говоришь, ты сейчас на картах стоял. Ну да. Ну да, так что, ты не мог винтануться? Так я с Изиваном пересекся 2 секунды назад. Нет, он не мог винтануться, он бы не успел. Он бы не успел это сделать. Я у тебя вывожу гидроза вместе с Левкастером, ты сидишь, мне что-то пытаешься на меня вкинуть, неплохо. Да это фин, скорее всего, но мы сейчас задание сделаем и все, чтобы не париться. Ну я финаргота голосовал. Я все задания сделал. Левкастер тоже, да? Я тоже все сделал. Я вроде тоже сделал все. Блять, как заебали люди на камерах убивать. Ну и как, типа, играть? Мне сегодня из всех игр за трейдера практически все просто на камерах кто-то кого-то убивает. ДГ получается, да? Интересно, кстати. Вообще, пипец. Ну вас нахуй. А кто задание не доделал? Ну, натуре, а как это победить, когда вы четвером стоите и связь не чините? Да не, я думаю просто, почему когда я трейдер, такая хуйня происходит, ну хуй знает. Фин, у меня вообще идиот на нуля топит. У нас сегодня трейдеры выиграли 3 раза, причем просто по такому абсурду, да, блять. Да. По ебаному абсурду. Согласен. А, Фин, так а кто Ма? Фин Мав? Да, Фин. Я просто не знаю, я в камерах стою. Да ты до этого говорил, что Фин по остатку приходит. Не, ну я просто, типа, смотрю, мы вчетвером стоим, вырубается коммуникация, Фин такой заходит. Я думал, окей. А мне показалось, что задание тебе выполнено, у меня там... Не, ну я еще в предыдущем раунде, ну, типа... понял? Объясните, а чего вы не пошли реально связь чинить? Вот как не работает под связь? Камерами... Нахера под камерами убивать? Я вообще не понимаю. Да я думал, там уже все ушли, типа. Так, мы стояли там, вчетвером, там они не то, что... Там они не то, что ушли, там у них кто-то обузит камеры. Я хз, кто это делает, но это, ну... Обузит, типа... это открывает-закрывает? Ну да, это скорее всего ты. А это пофиксили уже, это не работает. Да, поэтому когда я хотел убить белоглазку, я смотрю, что камера не работает, а потом вгляделся и там... Я не знаю, они насколько багают.